Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на канале Алегрия Недвижимость Испания. Мы, это я, Татьяна Степаненко, менеджер по продажам, и наш замечательный оператор Алексей Строганов. Сегодня мы с вами посмотрим на очень интересное предложение. Кого-то оно заинтересует, кого-то оно разочарует, но в любом случае оно вас не оставит равнодушными, потому что с этой точки, где мы сейчас с вами находимся, а эта точка у нас пляж Дель Кура, центральный пляж Торревьехи, наша квартира находится в 2 минутах ходьбы. Поэтому я думаю, что это очень интересное предложение на данный момент на рынке недвижимости у нас здесь, в Испании, в городе Торревьеха. Итак, центральный пляж Торревьехи, пляж Дель Кура. Чем он достопримечателен? Именно тем, что он расположен в самом сердце Торревьехи. Здесь у нас любят отдыхать как наши местные жители, так и те, которые к нам приезжают непосредственно с самой Испании. Здесь у нас центр мира, можно сказать. Сейчас мы с вами проходим по Виста Алегре. Виста Алегре – это такая прогулочная территория, где любят очень проводить вечера все, которые приезжают к нам на отдых. И почему? Потому что самые лучшие рестораны, самые лучшие кафе, кафе-мороженое – все расположено именно здесь. А так как у нас началось лето, начался сезон, вот, вы можете видеть за моей спиной наших отдыхающих, то мы вас будем очень ждать в нашем замечательном городе. Вот. И если вдруг вас заинтересует именно это наше предложение, то мы вам будем очень рады помочь приобрести этот замечательный вариант и наслаждаться нашим климатом, нашим пляжем Дель Кура и, естественно, городом Торревьеха. Итак, дорогие друзья, мы с вами находимся возле нашего дома, в котором мы вам предложим сегодня замечательную квартиру. Цена этой квартиры 69 500 и состоит из 3 спален, то есть 4-комнатная квартира и 1 ванной. Наша квартира находится в этом доме. Вы можете увидеть наше объявление на 2-м этаже. Чем привлекательна эта улица, а это улица Рамон Гают 190, тем, что это центральная улица Торревьехи, на которой расположены нотариальные конторы, магазины, бутики, наша старая церковь, площадь, новая церковь Эрмита. Если вы пройдете 200 метров от дома в направлении центра, все это откроется перед вами. А море прямо за этим углом. Вы можете увидеть аптеку, поворачиваете направо, 2 минуты, и вы на пляже Дель Кура, откуда только что мы пришли с Алексеем. Итак, мы с вами подходим к нашей квартире. Наша квартира находится на 2-м испанском этаже без лифта, но это всего 2 пролета. Поэтому, если вы молоды, энергичные, то это именно тот вариант, который вам понадобится, чтобы каждый день практиковаться, скажем так, на подъем. Итак, мы с вами зашли в квартиру и сразу попадаем в просторный зал. У нас потолки где-то 2,5 метра, навесные. Если вам не понравится, вы можете их просто поменять на другие. У вас здесь есть почва для размышлений. Но чем хорош этот зал? Тем, что он большой, квадратный, светлый. У нас есть большое светлое окно, дверь, которая выходит на террасу. И здесь, в принципе, вы можете воплотить все ваши мечты, потому что для Испании это очень хороший метраж именно зала, где вы будете проводить большую часть своего времени. Проходим с вами на балкон. И вид у нас на Рамон Гают.
Деревья у нас подстригают каждый год, поэтому в течение лета и осени они вырастают. Зелени здесь вам будет достаточно. Вот. И улица у нас односторонняя, то есть движение не будет вас сильно беспокоить, когда вы будете проводить вечера на вашей террасе. Пройдем дальше. И сразу буду комментировать плюсы этой квартиры. Если вы обратите внимание налево, откуда мы с вами пришли, это входная дверь, есть большая прихожая, где вы можете повесить свои вещи, поставить свои туфли. Итак, дорогие друзья, мы с вами в отдельной кухне. Это большой плюс для испанских квартир, когда есть большая квадратная отдельная кухня. Наша кухня, вы можете обратить внимание, состоит из духового шкафа, варочной плиты, двойной мойки. Это очень удивительно тоже, потому что обычно экономят место для мойки. Вытяжка, микроволновая печь, холодильник. И здесь огромный плюс этой кухни — подсобное помещение, в которой находится стиральная машина и котел, который нагревает воду. В данном случае это 50 литров. Извините, конечно, за вид, просто хозяева переезжают. И еще один нюанс этой кухни и большой плюс, я считаю, в том, что здесь вы можете поставить большой стол и разместить как минимум 4 человека, которые будут здесь завтракать, обедать и ужинать, если не захотят ходить в наш зал. Итак, мы с вами выходим из кухни и сразу попадаем в ванную. Здесь огромный плюс — окошко для проветривания. Это очень важно в Испании — иметь окошко в ванной комнате. Душевая кабина, рукомойник и туалет. Ванная комната небольшая, но она очень светлая, потолки высокие, поэтому я думаю, здесь вы можете тоже пофантазировать. И сразу попадаем в первую спальню. Так как я вам говорила, в этой квартире требуется ремонт, поэтому для фантазии здесь есть очень много места. Но обратите, пожалуйста, внимание, в каждой спальне вы увидите большие окна, то есть свет, который сюда будет попадать целый день, большие потолки, высокие потолки, извиняюсь за выражение, высокие потолки, вот, и, соответственно, мебель, которую вы, я думаю, что вы ее, конечно же, выбросите, но она здесь есть. Следующие две спальни у нас находятся. Давайте пройдем в самую большую спальню. Здесь у нас находится двуспальневая кровать, тумбочки, шкаф. Не встроенный, но так как здесь требуется ремонт, поэтому вы можете прекрасным образом сделать огромный шкаф-купе, здесь вам место позволяет, вот, и пофантазировать, что бы вы хотели видеть в этой большой, светлой, квадратной, просторной спальне. Дальше мы с вами попадаем в самую маленькую спальную комнату, но тем не менее здесь вы можете разместить две односпальневые кровати, если это потребуется. Опять-таки большое окно, светлое окно, и вы можете заметить, что свет и солнце, натуральный свет, будет попадать целый день в эту квартиру. Поэтому почва для фантазии у вас есть. Теперь вам понадобится, естественно, энтузиазм и хорошее настроение. А теперь подведем итоги. А теперь, друзья, мы с вами подведем итоги сегодняшней нашей съемки. Квартира, 3 спальни, 1 ванная, 94 метра квадратных. На Рамон Гаюд,
2 минуты ходьбы до пляжа Дель Кура. Цена 69 500. Метр квадратный у вас выйдет 740 евро. То есть обычная стоимость метра квадратного в этом районе составляет как минимум 1000 евро. Вы явно можете сэкономить и потратить эти деньги на шикарный ремонт в данной непосредственно квартире. Итак, коммунальные платежи составляют 250 евро в год, 185 евро – это ежегодный земельный налог, либо сумма, что тоже не составляет огромных расходов. Поэтому этот объект будет радовать вас как со своей стоимостью, так и месторасположением. А мы очень надеемся, что мы вам поможем с приобретением этой замечательной квартиры. И в дальнейшем, если вы решите сдать ее в аренду, мы будем рады вам в этом тоже помочь, потому что место замечательное. Всего вам доброго, хорошего вам дня и прекрасного лета. До свидания.